Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я руководитель соучредителя компании «Пивной двор». Занимаемся доставкой разливного пива. Что меня зацепило и с чем я отсюда ухожу, что обязательно я внедрю и как буду использовать. Значит, проведу обязательно сравнение точки роста своих сотрудников, это то, что Андрей давал, и необходимо будет провести стратегическую встречу внутри самой компании. То есть вот тем, чем мы не занимались, но это как бы необходимо. Я думаю, что мы обязательно это сделаем.